Участие в финальных мероприятиях фестиваля «Братина» для ОТВ «Серпухов» стало возможным благодаря финансовой помощи компании «Партнерство» в лице генерального директора Александра Огольцова. Благодарим за сотрудничество. И к другим темам. В торгово-развлекательном комплексе «Корстон» состоялся финал первого конкурса «Краса серпуховских вестей». Начиная с января месяца в газете публиковались фотографии и небольшой рассказ о каждой из участниц. По результатам голосования определилось 13 финалисток, которые и вышли в этот день на подиум, чтобы блеснуть своей красотой и эрудицией. Девушки представили о себе краткий видеоролик в интеллектуальном конкурсе, узнавали известных людей на фотографиях и называли столицы разных стран. Прямо на сцене попробовали себя в роли модельеров и продемонстрировали вечерние туалеты. Титул вице-мисс жюри присудила Екатерине Прокофьевой, маме двоих детей и заведующей Серпуховской поликлиникой. Победительницей конкурса стала 22-летняя Татьяна Посухова, которая работает в многофункциональном центре Серпухова. Кроме всего прочего, Татьяна порадовала жюри и зрителей прекрасным голосом. На конкурс я попала совершенно случайно. Организаторы меня изначально приглашали как выступающую в финале. Победа была приятной неожиданностью, потому что девочки были все сильные, красивые, внутренне богатые. Вот, поэтому... Вот вышло, как вышло. Наверное, так сложились звезды. Победительница получила в подарок путевку на двоих в Грецию, ювелирные украшения и много других призов от спонсоров мероприятия.